И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на выживалочке. Как говорится, всем привет! Что произошло за последнее время? Да черта не произошло, я по факту ничего не делал. И да, как видите, мой домик живой, но что-то я сегодня конкретно очканул, когда из трайба No Mercy, No Mercy, они накицали с металлической платформы, хотел приземлиться на мою платформу. Конечно, ну вас еще тут, потому что, как всем известно, те, на ком строится платформа, не может сесть на платформу. Это кицаль, парацера, парцерари, кицаль, бронта. Все вроде бы, только на них же. Мозазавр, понятное дело. Это отдельная история. Они не могут сесть на платформу. Это то же самое, что, допустим, пытаться посадить кицаля на кицаля. Суть в чем? Пытался сесть. И буквально я практически стартанул запись, перед этим пролетал опять кицаль обратно, пролетел туда, потом сейчас пролетел обратно, и знаете, за последние полчаса, за последние минут 40-50 я увидел здесь пролетающего мимо Аргентависа. И два раза кицаль, причем разных было, если что, потому что первый был просто с двумя станками, а вот сейчас туда пролетел кицаль с домиком наверху, именно с домиком, коробочкой, может построили его просто, но суть в том, что слишком жилое место, и тот остров, про который я думал, что опаньки, идеальное место для постройки, я понял, что нет, это точно не оно. И задался вопросом. Где? Реально, где на центре безопасное место для постройки? Если даже острова не такие уж и безопасные. Птеры еще не томил, да. И про томление птеры, как я уже говорил, я снимать серию не буду. Мишка? Не, я знаю, что мишки, они здесь спавнятся. Но я, знаете, не думал, что я встречу Мишаньку здесь. Круто, я бы притомил. Я бы всех притомил. Да, проблема. В общем, тут я конкретно задумался о том, где, черт побери, мне строиться. И, честно, пока что на данный момент в голову ничего не приходит, кроме как самая левая часть карты, по-простому говоря, тундра. И я понимаю, что до туда добраться немного очень даже сильно тяжеловато. Не по причине того, что летуны там нужны, чтобы добраться. Нет, не за эту причину. Не из-за того, что там диких животных полно и так далее. Нет, построить можно. Добраться туда тяжело будет именно моим динозаврам. Допустим, тот плод, который я имею, толку от него будет 0 и так далее. Тогда я решил пробежаться, так сказать, по рекам. На данный момент, как видите, я плыву по реке и параллельно смотрю в карту. Одно я точно понял. Когда вы играете в соло, где есть Альфа Трайб, топовый трайб этого сервера, то одно я вам точно могу сказать. Не стройте все около обелиска. Если построили все около обелиска, кранты у вас в вашей базе. Есть идея сделать искусственный остров. Кстати, напишите в комментариях, как вам такая идея. Искусственный остров — это возводишь колонны с самого пола, как говорится, сам в дна, днище, и как бы строишь платформу. Тоже идея вполне неплохая, имеет свойство и смысл жить. Но, если честно, тоже такое себе. Где-то строиться в лесу не хочу. Крупные динозавры сами по себе спавнятся, плюс еще люди могут найти намного легче и так далее. Самое идеальное, это, конечно, строится остров. Но, как вы уже поняли, острова как таковое не сильно подходит под это все дело.
И поэтому все как-то так. Ну а с другой стороны, ну, зарейдят. Жизнь из этого и состоит, как говорится, строительство дорейда. Жизнь в арке. Вот и думаю, а может реально на том островке построиться? Построить маленькую базу, крутишь, может и не будут трогать. Самое главное, такую не сильно агрессивную. Да, пару турелек поставить, типа, чувак, я типа тут пытаюсь жить, если что. Вот, но в целом не подпускать никого. Да уж, не знаю. А может реально построиться там? Быть таким дерзким прям. Бах, и это мой остров. Просто я сейчас реально вот смотрю на эту карту, и я понимаю, что а больше достроиться мне негде. Мне нужен маленький остров. Вокруг должна быть вода. И я огражу это все дело забором. Чисто под себя сделаю остров. Ничего умнее. Да, можно сделать искусственный остров. Короче, если вот эта дебильная идея застройки маленького острова рядом с чертовыми обелисками в количестве двух, а тут даже трех штук, покажется дебильной и провальной, я буду строить свой остров. Вот так вот. Я его построю прямо на краю карты, короче, построю. Не знаю еще, где именно это будет край. Построю прямо на краю карты. А сейчас погнали строить свой остров. Точнее, застраивать свой остров. Пока что только застраивать. Ах, черт побери. Рискованная идея, рискованная. Но знаете, что я думаю? Блин. Половину лута, короче, перенесу в дом, а половину оставлю на плоту. Все саженцы будут на плоту находиться и так далее. Не буду я пока что переносить весь лут с плота. Да. Надеюсь, мне хоть что-то доставят. Черт побери, мне страшно. Погнали. Кстати, какой-то маленький диверсант мне сломал трубы. Я сегодня с утра захожу перед работой, проснулся немножко пораньше, думаю, ну, зайду, гляну, и смотрю, вода не поступает. Это диверсант мне сломал трубы. Ну, я поставил вертикальную, и без лишних хлопот и проблем. Кстати, самое лучшее ставить реально вертикальную сразу, без лишних заморочек. Не знаю, нафига я наклонные ставил. Реально, я сейчас так задумался, нафига. Вот, и поставил вертикальную. Какая первая проблема со мной на данный момент со строительством? На острове Трицератопс 130 левела. Вот это уже реально загвоздка, так как эту тушу надо как-то с острова выгнать. Но у меня есть идея. Эта идея появилась у меня... Точнее, не идея, это решение проблемы появилось у меня случайно. Как появилось? Я кинул болос на господи, так стоять. Всё, да я сделал уже все как надо. Алло. Вот так вот все. Теперь все на своих местах. Я кинул болос на господи. Как там там? Паразавра. А вот, и... черт побери, я хотел трубу вообще-то выкинуть. Кинул болос на паразавра, а в итоге попал на трайка. И... Кстати, от одного трайка я так и избавился. Вот, один там остался, от другого трайка я избавился. Теперь показываю, как я это сделал. Вы не поверите, это настолько смешно и глупо было, что это просто кошмар. Кстати, именно из-за этого у меня и нет шкафа на плоту. Он его сломал. Или она, не знаю. И... Не лезь под стрелу! Эй, алло! Да ладно. Так что ли надо делать? Да пошел ты, не в тебя бью. Еп. А ты прикалываешься, что ли? Ну-ка, упреждение. Оу, ей. А теперь иди за мной. Смотрите, что в итоге мы имеем. Подбегает.
Ну, чуть-чуть пошло не так. Надо было поближе встать. Ну, кстати, идея неплохая, именно так сейчас оставить, но я хочу сделать по-другому. Убивать я не хочу трайком. Левел большой, и довольно-таки тяжело что-либо придумать. Но, как вы понимаете, так его можно перетаскивать. Вся загвоздка в том, что пока он бежал по воде, он отогрелся. Вот, поэтому все заключается в том, что надо его сразу же, пока он агрессивный, посадить на плот. Отагривается вообще просто, на ура, легко. Еп. Вот. Теперь он пытается меня ударить. Но так как я нахожусь на плоту, урона я не получаю. Теперь со спокойной душой могу перевозить его туда, где немножко побезопаснее. Немножко, конечно, самую малость, но побезопаснее. Кстати, да, как видите, он не сильно пытается сбежать, так как движущиеся платформы, они почему-то так вот реагируют. Я очканул конкретно, когда он залез ко мне на плот, и я думал, ё-моё, что с тобой будет делать? И все, я потом остановился, он сам слез. Ну, я остановился около берега. Так что вот так вот. Зачистка территории, как видите, намного легче. Паразаврами все легко и просто. Стрельнул, как говорится, в задницу и сам бежит. Вот, трицератопса я лучше сюда скину. Здесь все-таки хищников нету. А вось мне когда пригодится. Так, все, иди уже отсюда. Алло, конечная остановка. Я говорю, остановка-то конечная. Ишь! О! Ишь ты, блин! Халявщики! Еще хотите на халяву прокатиться? И так прокатил до соседнего острова. Ну, вот такие вот дела. Как видите, все легко в этом плане и просто оказалось. И трайк жив остался. Авось пригодится когда-нибудь. И остров очистили. Да. Теперь задача куда намного сложнее. Это надо все застроить. Ах, чем застроить, а? Блин, терчик его притомит. Да какой левел у нас? 45-й. Томиться будет примерно минут 20. А еще будет мешаться на острове. Нет, если втомить, то того 15-го, который здесь бегал. Паразавр, ты опять вернулся? О, бедоляга. Слушай, тебя там вообще конкретно погрызли, да? Ну, сорян, чувак. Такс, все, будем пробовать строить. Кстати, пока я делаю фундаменты, сгонял уже на берег и полутал немножечко солом, что-то мне подпросило, оказывается. Вот, хочу показать вам вот. Вот она моя прическа и усы, собственно. Усы, конечно, не очень, а вот прическа вполне нормальная. Именно такую я хотел всегда сделать в арке. А тут как бы она единственная у меня есть, так что все замечательно. Такие вот дела. Вот, ну а я продолжаю возводить фундамент. Строить фундамент, создавать. Что я решил для себя? Если это чертово говно у меня выстоит сутки, то есть вот, до завтра, то я буду на этом острове строиться. Сейчас построю халупу, что у меня там 14 фундаментов сейчас, получается 5 на 3 могу сделать, ну примерно, может сделаю 4 на 4, ну как вариант, да, 4 на 4 можно сделать, вот, и если это все у меня простоит, то все будет просто замечательно, и я буду на этом строить, на этом острове строиться. Если не простоит, то значит я буду уже делать ту задумку, про которую я говорил. Такие вот дела. Сделаю 4 на 4. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Да, конечно, очень много ресурсов тратится. Все, что у меня было, можно так сказать, я уже потратил на фундаменты. Сейчас у меня нету ни дерева,
ни соломы, и тем более ни камня. Да уж, честно, из металла было бы намного легче построить. Кстати, металлический фундамент сколько строит? Металлический фундамент? 50 лет металла, да? Эх, не сказал бы я, что сильно легче. Цементную пасту оказалось легче все-таки добыть. Ну да и бог с ним. Ладно. Погнали пробовать закладывать фундамент. Но для начала надо все лишнее выложить. Чтобы не мешалось. Кстати, мясо. Что у нас мясо? Нормально, пусть себе жарится. Да уж. Я бы не сказал, что мне это все, вот это положение дел меня хоть как-то радует. Но в целом вполне себе неплохо. Конечно, сейчас будет загвоздка с заложением фундаментов. Как сделать так, чтобы было хорошо. Но фундамента 4 на 4, точнее для фундамента 4 на 4, этой площадки вполне будет предостаточно. Я надеюсь. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Нет! Черт побери! О, господи, благо он, когда просто так ставишь неприцепленный ни за что, то он ждет пока, ну, то есть возможность повернуть. Да ладно. Ты прикалываешься, мне одного фундамента сейчас не хватит. Вот это лаги. Просто сейчас на сервере творится какая-то фигня просто безбожная. Лаги, пролаги и так далее. Тут просто откидывает и все в таком духе. По ходу дела рейдами занимаются. Либо зачисткой сервера в том плане, что на динозаврах качаются и так далее. Да, придется немножечко подлутать еще ресурсов. Но в целом домик уже мне нравится. В том плане, что он такой вполне обширный. Ну, а с другой стороны, у меня плот точно такой же 4 на 4, так что о чем я говорю, он вполне даже неплохой, удобный. Вот, по периметру буду ставить либо бегемоты, либо заборчики. Еще пока что не знаю, может основание для забора поставлю и заборчики буду строить. Но это уже будет лишь тогда, когда у меня будет динозавры по добыче камня. И не только камня. Мне показалось, кетцаль летел застроенный. Сейчас так бах вылезает такой из прогрузки. Из потустороннего мира. Да уж. Ладно, пошел немножечко еще полутаюсь. Да. Подлутав немножечко ресурсов, я имею 15 стен и один дверной проем. Рампу я уже поставил. И надеюсь, сейчас будет уже более или менее. Так. Про двойные стены и так далее. Я это все знаю. Я это все видел. Знаю, как делается и так далее. Про оборонку. Да. Растение Икс, это, конечно, весело. Но, к сожалению, их еще надо достать. В этом-то и вся, пожалуй, будет загвоздка. Эп, отлично. Первый этаж есть, нужно хотя бы еще второй сделать и подъем. Поставить его здесь все как жилой дом, то есть поставить пару фундаментов, пару шкафов поставить и костер и так далее, и так далее. То есть так, как будто бы здесь жилое помещение, потому что очень сильно это поможет. Если кто-то увидит, то они захотят зарейдить уж точно. Те, у кого есть желание рейдить. Ох. Да уж. Ну ладно, обратно лутать. Пошел, в общем, за металлом, сломался топор. Нашел вот такую-то штуку. Прикольно, если честно. И непонятно. Откуда это все здесь находится?
Вот, но прибежал я найти металл. Да. Но что-то на месторождении. На месторождении металла как-то все это дело построились. И, знаете, появляется смысл немножечко поломать все это дело и посмотреть, что там внутри. Давайте один хотя бы сломаем. Если у него такая шпяка стоит, лежит, точнее, в ступках, то что же может быть здесь? Пейбл танк. Да, ничегошеньки интересного, если что-то пошло. Давайте это поломаем. Главное, кирку не сломать, чтобы я смог потом металл добыть. А то у меня реально металла больше нету. А хотя нет, у меня там есть два слиточка, можно переплавить и как бы нормально будет. Починить смогу. Так что можно ломать спокойно кирку дальше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ип. Ну, волокно, конечно, это ни о чем оно мне, но все равно хоть что-то. Это, кстати, можно все забрать. И вот это. Сразу же можно поставить стенки на постройку, почему бы и нет. И все-таки глянуть вот эти вот штуки, что здесь. Так. Пусто. И пусто. Ну, как говорится, душа спокойная теперь. А, кстати, металл же с той стороны тоже есть. Ну, пойдемте глянем, есть там металл, нету. В ту сторону идти не хочу, там терезинозавр бегает, я увидел. Ну, вроде бы это он. Поэтому не сильно-то и охота мне как. Вот она, металльчик, отлично, только я устал немножечко, но отдохнуть не помешает. Да, здорово, здорово, здорово. Здорово. Дерево надо. Да. Ну, чтобы это, стеночки еще построить. Хотя такое себе добывать, так дерево. О, топорик-то у меня есть такой. Ну-ка, а им? Ну, им явно получше. Под солому поменьше. Сравнительно. Да, нормально. И могу строить стеночки. Отличненько. Уже получше. Да уж, не сказал бы я, что это как-то весело и так далее, но соединение потеряно. И, походу, дело все-таки рестарт сервера. Ну, если это поможет избавиться от лагов, те, которые были последние полчаса, это просто будет неплохо. Немножко подождем, немножко подождем, авось загрузится. Вот, я просто там до базы добрался, поставил металл на переплавку и такой, опаньки, рестарт. Нифига не рестарт. Я бы даже так сказал, это просто было... Твою мать, прикиньте, какой откат жесткий. Это не знаю, это минут на 10 откат был, просто жесткий. Откат был минут на 10. Да уж. Но я одно могу сказать. Ящики теперь ломать мне нет смысла, так как там ничего я не найду. И я вот залутаться вот этим всем не помешает, так как здесь я много чего найду. Я бы даже так сказал, я здесь основное это и найду. Такс. Хотя вот уголечек я скину обратно. Толку от него никакого лично для меня, поэтому как бы скинем обратно и сразу же стеночки, чтобы было меньше заморочек. Ну ладно, знаете, в чем-то даже хорошо. Так неохота было ящики ему ломать этому чуваку, а тут как бы вроде бы и сломал, узнал, что там внутри, и опаньки, такой типа засейвился, и все хорошо. Одно плохо, теперь по новой все эту гадость лутать. Да уж. Кстати, тут пока бегаю, вспомнил и, конечно же, захотел поблагодарить вас всех, кто советует, что качать, что не качать. И в данном случае навык изготовления. В общем, я понял, что нет смысла немножечко всем этим заниматься и качать этот навык. Работает он
только на рецепты, на стоковые, то есть на стандартные предметы, то есть на стандартное изучение он не работает, только на рецепты. Ну и, конечно же, рандом. Суть в том, что даже если ты потратишь, ой, господи, ты потратишь ресурсы в надежде, что она хотя бы тебе хоть что-то прибавит, в итоге она может тебе вообще не прибавить, и даже если она у тебя вкачана на максимум. Штука, так сказать, лично свой вывод я сделал такой, что эта штука нужна лишь для модовых серверов, где ты можешь за один клик сразу же 500 накликать и так далее. То есть, там, допустим, 1500 сделал процентов, вот тебе, пожалуйста, уже соточка. То есть, если в что, все 100 очков, все 100 левелов вкинуть вот этот навык изготовления, это даст плюс 33%. Плюс 33% чего? Я так и не понял. Но суть в том, что 33% это, как я понял, будет шанс увеличить, как вариант, что-то типа того. Ну, тут, наверное, даже не шанс увеличить, а возможный шанс, что улучшится там, типа, в два раза, либо еще как-то. Либо это будет шанс на то, что на 33% увеличится. Честно, я еще так до конца не доразобрался, но я понял одно, это точно нафиг не нужная штука. Это надо тупо персонажа вкачивать чисто в это говно, чтобы она хоть как-то увеличила тебе вот что-то. А в этом я точно смысла не вижу. Так, ну, вполне все себе неплохо. Вот этот топорик мне уже больше не нужен, он отжил свое. И я сейчас могу металличка чутка побольше нарубать. 7 стенок, мне еще одна стенка и останется только потолки сделать. Это вполне себе неплохо. Тяжело, тяжело добывать ресурс на один экстрейтах, как я уже говорил. Но, честно, вот так вот я бегаю, и у меня все больше и лучше вырисовывается картина, какой для меня сервер должен быть. То есть, каким для меня сервер должен быть, чтобы он был идеальным для меня, можно так сказать. Так сказать, все лучше и лучше вырисовывается. Это здорово, это здорово. Глядишь, реально когда-нибудь я открою свой сервер. Именно таким, каким я его хочу увидеть. Что-то я слишком дофига добыл металла, и я даже двигаться не могу. Ой, ты ж ёпт! Ой, а что ж я так много добыл металла? Так, придется тут, походу, дело все это дело сбрасывать. Да хоть засбрасывайся, у меня тут стенки стоят. Их, и двинуться-то не могу. Ну ладно, вот это сбросим и поползем потихонечку. Да, такие вот дела. Да уж, беспредел-то еще тот. Три гилки напали, блин, на меня. Кое-как отбился от них. Ну как отбился? В воду заплыл и вроде как отвяли от меня. Кошмар. Я думал, сдохну. Мне повезло. Дуракам всегда везет. Ну, а я просто сверхгений в этом плане. Фу, ладно. Самое главное, добрался до плота. Но жрать хочу, кошмар. Да уж, не дадут мне спокойно что-либо поделать. Пожалуйста, вот он на острове бегает. Type of Red Archer. Да. Короче, фиг с ним. Что мне осталось-то? Мне осталось-то всего-то 5 крыш. Стоп. 7. Посчитал 4 и 3 еще надо. Итого 2 построил, остается еще. Ну, там бегает, собирает, лутает. Пускай бегает, собирает, лутает. Почему я оттуда свалил? Ну, он на птере. Собственно, если он захочет, он может просто меня поднести вверх и... И я упал, говорится. Вот. Осталось мне по факту 5 крыш состряпать и перекрытие, точнее. И у меня домик уже будет готов. 4 на 4 на 2.
домик будет готов, и можно будет уже делать, так сказать, макет в виде этих шкафов. Поставлю шкафы, поставлю, не, печку ставить не буду, поставлю, что там еще у меня есть, котел поставлю, ну там посмотрю, что там еще сделать, вот, ну, пока что надо долутать уже ресурсы, нужное количество, и наконец-то достроить то долбанный домик, чтобы было хоть что-то. Если домик выстоит, я уже придумал, как я его буду улучшать, каких же, что я буду делать дальше и так далее. Все это я уже придумал, и с одной стороны, вроде бы глупая идея делать то, что я собираюсь делать, а с другой стороны, вполне неплохая идея. По крайней мере, задел на будущее есть. Это хорошо. И последние штрихи. Раз, два, три. Отлично. Полностью домик 3x3x2. О, 4x4x2 готов. И это замечательно. Даже есть рампа для подъема. Так что все вполне неплохо. Лучше не пойду лутать, как вариант, меня залутают. Что теперь? У меня должны быть некие инструменты, а именно. Должен быть какой-то котел, пару шкафов должно быть и так далее. Сейчас посмотрим, что у меня вообще в целом есть. Ну и еще как бы я не вижу смысла идти лутать лучше, так как там, ну, 100% какое-нибудь говно мне не нужное. Так, давайте посмотрим металл, что у нас тут, он уже практически обжарился, так что все просто замечательно. О, я еще налутал 6 штучек, так что замечательно. Так, кстати, да, можно вот так вот сделать. Еп. И отлично. Меньше будет жариться, значит, быстрее потухнет какой-то стадо, когда это будет уже совсем не нужно. И все будет хорошо. Так, скидываем весь хлам, нафиг не нужно. Смотрим, что у нас есть. Три шкафа есть, отлично. О, котел, как и говорил, котел есть. Это все, что у меня есть, да? Так, что я могу сделать из того, что у меня есть? Камня немного, это означает, все плохо. Так, ящик для компоста давайте состряпаем, почему бы нет. Мне же нужно сделать активность в своем доме, так что будем делать именно ее такой. Мне показалось. Отлично. Слава богу, что показалось. Уж лучше пускай это будет звук глюком, чем реальностью. Но вот как видите, уже лучше залутали, так что все просто замечательно. Как бы мне на него пофигу, так что пускай лутается. Так, что еще я могу состряпать? Так. На это у меня камня не хватает, но я думаю, этого будет вполне предостаточно, чтобы сделать якобы застроенный дом. По факту он будет пустым домом, где не будет ничегошеньки. Так, скидываем все, что ненужное. Так. Ну и погнали, погоди-ка. Я ж могу кровать сделать. Собственно, вот это мне бы очень сильно не помешало. Так. Давайте сразу же... О, кстати, прикольно.
Мне кажется, игра раньше ее все-таки не было, ее добавили недавно. Напишите в комментариях, наклон на соломенной крыше была раньше или нет. Мне кажется, ее не было, ее добавили недавно сравнительно. Ну как сравнительно, в ближайшие пару месяцев, я думаю, примерно так добавили. Потому что, допустим, еще зимой ее точно не было. Я в этом больше чем уверен даже. Так, ладно, отвлеклись от темы. Ну вот, ну. Солома не хватает. И вторая. Отличненько. Так, все, скидываем лишнее обратно. Две кроватки, ящик, котел и шкаф. Это все, что мне нужно. Так, ну и, конечно, сам буду дрыхнуть тоже именно там. Оставлю своего персонажа именно там. Чтобы, опять-таки же, создать активность какую-никакую. Посмотрим. Как говорится, зарядит, не зарядит. Да, я понимаю, что плот рядом, все дела, но посмотрим. Мне самое главное понять, выживет ли этот домик хотя бы денек. И на том хорошо. Вообще, есть смысл здесь строиться или же нет? Так. Ставим ящик для компоста, поставим где-нибудь здесь. Потом все это дело снести, как делать нефиг. Опять-таки же, вот я говорю постоянно активность, на что можно сказать, ну ведь через стены же не видно и так далее. Но опять-таки же, с другой стороны, это мне не видно, вам не видно, но люди ж разные бывают. Да и кто захочет трейдить бомжа, не знаю, но суть в том, что не повредит. Вот, кстати, да, мой способ ставить две кровати работает. Вот так вот, ну какой-никакой домик уже стоит, и на том хорошо. Все лучше, чем должно было быть. Ну а я, наверное, уже с вами на сегодня, пожалуй, буду прощаться, так как довольно-таки немало времени заняло все это строительство, вся эта беготня и так далее. И вполне меня все устраивает, я бы так сказал. Ладно, народ. В общем, на этом уже точно все. Домик построили какой-никакой. И вроде как начинаем обживаться. Посмотрим, выстоит, не выстоит, что будет дальше и так далее. Все это будем смотреть уже на практике. Ну, а на этом уже точно все. Всем, как говорится, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. А то делится примерно человеку 2, лайки ставят человек 15 в среднем. А просмотров где-то около 300 в среднем. Как-то не оно, знаете. Больше лайков и комментариев. Комментариев очень много нужно. Потому что я много о чем спрашиваю, как бы в течение серии. Реально, можете делать так. Ставите на паузу, скомментировали, посмотрели дальше, поставили на паузу, скомментировали. Мне не жалко. Постараюсь на каждый комментарий ответить, если есть что ответить. В общем, на этом уже точно все. Опс, не то. Благодарность, ладно. Как говорится, всем спасибо, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.